Привет всем! Настоящая весна у нас. Очень тепло на улице. Там вот видно цветущий абрикос. Вот, деревья уже зеленеют. Вчера каштан в таком стоит месте, укромном, от ветров, на солнце смотрю, уже такие листики, и выбросил уже и бутоны, цвести скоро будет. Так, а что же у меня цветет? Продолжают цвести фиалочки мои. Снимаю на смартфон, так как видеокамерой не могу снимать. У меня ноутбук дочь одолжила. И там у меня видеоредактор, в котором я обрабатываю видео, соединяю из маленьких роликов. Ну, в общем, теперь не имею такой возможности, снимаю на смартфон, качество будет хуже, но постараюсь. Здесь у меня лук, поставила новую партию к Пасхе, чтобы зелень была своя, тем более растет. И еще у нас в новостях сказали, что цветет магнолия в нашем ботаническом саду. Может, удастся выбраться. И любоваться этой красотой будет возможность. То я показывала на кухне. Давно не показывала фиалочки. Ну, а эти постоянно показываю. Как видите, они до сих пор цветут. Вот и беленькая, новые цветоносы выкидывают, старые отцветают, новые появляются, в общем, бесконечный процесс у нас. В этом проеме у меня эписция, я всегда ее показываю. Но теперь я ее сняла, чтобы показать, какая она у меня красавица. Так цветет пышно. Столько цветов. Красивые листья. О, вот такая она. Ну, скоро лето. Жарко. Может, даже новое место ей придумаю. Потому что возле стекла ей, конечно же, даже я прикрываю шторы, но все равно нежные листья и фиалочек, и эписции боятся жары. На стеллаже здесь цветут. Здесь вот фиалочка с поникающими цветоносами. Они всегда вот так лежат. Там у меня детки. Вот сообщает, что у меня заканчивается заряд аккумулятора. Но надеюсь, что я успею заснять. Глориозы мои такие уже, надо опору. Это каллы тоже уже. Листья какие, вот какие длинные черешки. Здесь цветет. Сегодня будут в основном цветущие. Ну вот как всегда. Петуния, забываю название, белая. Я не черенковала.
они так хорошо поотрастали, пусть так и растут, еще укоренять. О, белая пеларгония цветет. Здесь еще одна кала. Ой, как мне пролезть? Там у меня дендробиум частично будет цвести. Он отцвел, нижняя часть. Теперь верхушка. Листья пожелтели. Я не прикрывала от солнца. Они к стеклу дотрагивались и подгорели. Теперь я чуть-чуть отвела в сторону. И уже когда солнце, обязательно... Тьфу, ёлки. Прервалась моя съемка. Как я буду теперь соединять? Мне на телефоне мне не нравится видеоредактор, но придется на нем. Логотип его вечно торчит на экране. Вот еще одна эписция. Спатифилум не цветет, бутонов нету пока. Ну, Строманта. Красавица, как всегда. И сейчас у меня цветут фаленопсисы. Вот полосатенький уже полностью открылся. Беленький, огромные цветы. И бордовые. Здесь небольшие цветы, раза в два меньше, чем на белом. А здесь огромнейшие цветы. Ну, такой прямо. Здесь средние цветы по размеру. Вот полосатый, как расцвел столько цветов. И моя хоя, труженица, только отцвела. Я еще не успела пересадить, и вот уже... Все цветоносы новые бутоны наращивают. Вот, видите. Цветоносы эти, я говорила, не удалять, потому что на том месте будет цвести постоянно. Вот и видно там уже, что отцвевшие были. И по бегу там, я вижу, будет расти. Так, здесь у меня бугенвилии растут. Кроссандра еще не цветет. Ну, уже вот-вот зацветет. Ну, вот. Домашний клен абутилон тоже с бутонами. И там херита тоже бутончики. Зум не могу использовать, потому что будет размыто на телефоне. И бугенвилия белая. Хамадерея продолжает цвести. Всю зиму цвела и продолжает. Там еще вот и новый растет цветонос. Вот там. Белоперония уже отцвела. Остались одни прицветники. Уже цветочков нету. Уже можно постричь ее. Гастерия цветет такими колокольчиками. Там второй. Здесь петунья розовая цветет. Вот-вот расцветет гипиаструм один. Вот еще один. Во. Против солнца. Кактусы этот цветет. Эти в бутонах. И никак не дождусь опунцию. Вот столько бутонов. Уже кажется, каждый день и солнце. Она все никак не распустит цветы. Уже такие вот-вот должны раскрыться. Столько бутонов много. Ну, будем ждать. Так, здесь у меня
кактус цветущий, веночек какой. О, молочай. Здесь тоже белым уже отцвел. Здесь вот астрофитум будет цвести. Этот цветет. Но здесь тоже кто бутончики растит, кто цветет. Ой. Гибискус будет цвести. Бутоны. Густота такая, не пробраться. Здесь цветут веночками. Кажется, мамиллярии одинаковые, но чуть-чуть некоторые и отличаются. Вот видите, как закручивается здесь. Вот там тоже пушистенький цветет. Там сверху тоже пушистик цветет. А те линялцы. Так. Гибискусы растут, но бутонов не вижу. Но здесь все зеленое. Стапелия тоже пока еще не вижу бутонов. Бугенвилия разрослась так классно. Столько веток. Ей там ничто не мешает. Будем ждать теперь цветения. Руэлия вот такими цветочками. Вот еще сверху там. Но я не скажу, что пышное цветение. У нее так одинокими цветочками. Хирита там я вижу тоже бутоны. В этой не вижу. Деток растит без конца. Но такие новости. Вот так мы поживаем. А Дэниел мы сюда перенесла. Каланхоя здесь продолжает цвести. Суккулентный садик. Вот тоже уже цветочки. Вот. Все, пока-пока.